сыграл в 100 фильмах, еще он озвучил огромное количество мультфильмов. Не только, кстати, «Кота Матроскина», про который все знают, еще известный мультфильм «Гарфилд», ну и там еще целый список. Работал на радио, в общем, человек был публичный, действительно настоящий, поистине народный артист. А я скажу немножко не про эти фотографии, но это вы посмотрите, это роли, которые Олег Табаков играл в «Ильвам Хате». А можно первую фотографию? Сначала, да. Вот. Итак, с самого начала. Олег Павлович Табаков, здесь ему лет 5. Аккуратный мальчик. А можно давайте свет потушим, а то плохо видно. Вот. Аккуратный мальчик, это такая парадная фотография, причёсанный, умытый, в бархатном костюмчике. Мальчик любимый родными, близкими. У него была очень большая семья, такая сложные отношения было. Мама была трижды замужем, у него была сводная сестра старшая. Отец тоже был несколько раз женат, братья и сестры вот сводные. И такая семья была, которая поддерживали отношения, во всяком случае, вот разлады между родителями как-то на детях не сказались, огромное количество родственников. И, ну, конечно, особое место в его жизни занимала мама. С мамой Мария Андреевна, красивая очень женщина, это фотография 42-го года, она только переболела тифом, и вот после вот болезни восстанавливалась, была сделана такая фотография, Олег Павлович очень любил, в своей книге обычно обязательно бабу ставлю.